В основном из интернета, социальных сетей, Facebook. И на русском, и на грузинском. Читала недавно о том, как маленькие дети упали с 8-го этажа, погибли. Один остался жив. Слава Богу. Также о наводнении читала. О безвизовом режиме, конечно же, знаем очень хорошо. Об ассоциированном договоре. Проводим разные встречи для нашей молодежи, также для взрослых тоже. Чтобы все знали, мы раздаем буклеты. В основном мы получаем информацию от интернета с помощью телефона, конечно. Так как мы телевизор смотрим очень редко, потому что в интернете еще много возможностей есть, чем в телевизоре. И с помощью интернета мы получаем разную новость с разных источников. И сравнивая эти информации, мы получаем правильную версию. Большая часть времени моего поколения проводится в телефоне. По моему мнению, Грузия пока что далеко от Евросоюза, так как в Грузии евростандарты очень не подходят к евростандартам. Некоторые условия или, например, скажем, дороги. И поэтому пока что Грузия работает в эту сторону, как я знаю. Провожу тренинги на эту тему. Я провожу тренинги на трех языках, на русском, грузинском и армянском, так как у нас живут и грузины, и армяне, и есть люди, которые говорят только на русском, и приходится говорить на русском языке.